Привет всем, меня зовут Нагиев Агиф, мне 18 лет, приехал из Харькова. Мне мама рассказывала, что когда мы в кинотеатр шли, в 3 года я попросился на сцену и спеть там. Вот как раз ее любимую песню я сегодня буду исполнять. Я приехал сюда, чтобы чего-то добиться и сделать ее счастливой. Она у меня единственная и самая лучшая. Каждый раз, когда я встаю на сцену, и вот первые аккорды для меня — это улыбка до ушей. Все, не могу улыбаться, скажут, шут вышел на сцену. Я музыкант, я пою, а хочу, чтобы мой голос оценили, а не мой внешний вид. Спевай. Правильно я сказал? Спевай. 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 Море вернулось говором чаек, песней прибоя, рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Вагиф. Вагиф, откуда вы приехали? Родом из Баку, приехал из Харькова. Вы не просто пели сегодня. Я слышала всю душу вашего народа. Песня Муслима Магомаева, она просто необыкновенной красоты. И вам удалось ее исполнить на все 100. Поэтому я приглашаю вас в свою команду. А как долго вы поете? С 3 лет. С 3 лет? А вам сколько сейчас? 18. 15 лет. 15-летний опыт у человека. В принципе, я не намерен здесь быть в какой-то отстающей группе. Мне нужен вот такой вот мужской в команде голос, настоящий мужик, баритон, бархат. Имей в виду, я очень жду тебя в своей команде. Я имела счастье знать лично Муслима Магомедовича. Я исполняла эту песню. Я понимаю и чувствую, как вы отнеслись к этому произведению с трепетом. Вас чувствовалось вот это преклонение перед вашим великим земляком, перед гениальным певцом Муслимом Магомаевым. И вот ваше отношение к музыке вызвало море аплодисментов, и некоторые задумались. Кто-то стал на 3 минуты юным, молодым. Спасибо вам большое. Я не знаю, в чьей команде вы будете, но я вам очень благодарна, что именно вот эта нота, достойнейшая, музыкальная, потрясающая, прозвучала в этом проекте. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Я думаю, что это было одно из найкращих, что дала радянская музыка. Це був Муслим Магомаєв. І те, що ви достойно продовжуєте його справу, дуже красиво заспівано, дуже чуттєво, дуже правильно.
Ну, а з приводу мене, я вам скажу так. Я не зможу навчити вас краще співати, ніж ви вже співаєте, бо ви дуже добре співаєте. І я... Спасибо. Я думаю, що я міг би помогти вам співати так, щоб під час співу всі розуміли, що ви віддаєте душу. Спасибо. Ну, а теперь самое главное. Мы все затаили дыхание и ждем, в чьей же команде окажется твой голос. Твой красивый, бархатистый голос. Подумай хорошенько. Подумай хорошенько. Тамара Горцетели. Тамара. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Молодец. Поздравляем. Ну, это Тамара, прям отлично. Поздравляем, это приобретение в команду. Правильная у нее подача. Да, и нету вот этой нахрапистости, и есть некая вот эта мягкость, которая присуща. Может, это все-таки народ? Да, народ обязательно. Конечно. Минулого сезону до мене йшло більше людей. Я думаю, що велика причина в тому, що знаючи мій підхід, всі бояться, що я, значить, буду всіх викидати без жалісті. Такой глубокий баритон, он не может быть другим. Брюнет и с таким теплым, чарующим восточным голосом. Вот это тепло, все вместе с силой, это все шло.